Здравствуйте, в эфире Павел Животягин, и в рамках темы этого номера мы будем создавать кинотеатр, точнее кинозал, и вот сейчас вы видите на экране такой примерный планчик, я его просто в линиях нарисовал, чтобы было понятно, что мы моделируем. И вот примерно такой кинотеатр мы в итоге должны получить к концу урока. В двух словах скажу, как мы будем двигаться, то есть вначале мы создадим стены, добавим экран, потом добавим ступеньки и вставим кресло. Далее в проекционной поставим, собственно, проектор с источником света, который будет светить у нас, то есть передавать наше видеоизображение на наш экран. И в итоге мы получим видеоролик с пролетом камеры, на котором мы будем видеть, как на этом экране происходит какое-то действие. Ну и давайте начнем. Как я уже сказал, начнем со стен. Для этого мы выберем инструмент Parallelepiped Box. Создадим вначале такую коробочку просто. Размеры у меня получились вот такие, 10 метров поперек и 20 метров повдоль. Высоту пока я сделаю 6 метров, сейчас когда сделаем ступеньки, посмотрим, достаточно ли этой высоты будет или нет. Так, ступеньки у нас представляют собой просто обычные ступени, но там где у нас кресло, соответственно, две ступени объединяются в одну такую платформу. И мы давайте создадим вначале ступеньки, а потом из них уже у нас вырастет сама платформа. Для этого тоже воспользуемся параллелепипедом, возьмем вот такой вот размер и 15 сантиметров сделаем ступень в высоту. Вот так у нас получилось. Теперь мы это дело все превращаем в эти дабл-поли, удаляем лишние полигоны, они нам не нужны, и оставляем, собственно, основные плоскости. Дальше мы это дело все копируем. Эти точки мы соединяем командой Weld. ОК. Ну и вот, собственно, получилось у нас две ступеньки. Теперь из них нам нужно получить платформу. Так, мы давайте их сместим вверх. Теперь это скопируем. Так, и теперь у нас получается вот эта ступенька общая с платформой, а вот эта ступень получается немного выше. То есть нам вот эту часть нужно опустить. Делается это очень легко. Просто выбираем вот эти вот точки и опускаем. Так, что у нас тут получилось? Угу. Так, выбрали и опустили. А, у нас привязка стоит трехмерная, наверное. Ну да, конечно. Ставим 2,5. Угу. Все, и теперь снова соединяем наши точки. Вот так. Вот таким образом мы получили три отдельных элемента. И теперь давайте из них сделаем один единый. Приоттачиваем. И нам нужно соединить вот эти точки, в которых они у нас объединяются, и заполнить пустые места. То есть недостающие полигоны добавить. Точки все выделяем. Свариваем их. Команда Weld. ОК. Далее переходим на подуровень Edges. Выбираем вот эти два ребра и запускаем команду Bridge.
Таким образом мы соединяем. И то же самое делаем для этой пары. Вот так. Собственно, все, мы получили один уровень. Теперь нам нужно его раскопировать. Так, давайте начнем от этого края, раз уж у нас отсюда уровень земли начинается, вернее, уровень пола. Так, вот он у нас первый уровень. Так, нам нужно теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 ступеней, и через Shift просто копируем, выставляем копии, потому что мы их все равно будем приоттачивать, и выставляем количество копий 7. Окей. Вот они у нас раскопировались, и смотрим. Так, вот сюда мы пришли. Здесь у нас должна быть одна единая площадка, поэтому мы это просто сдвигаем до следующей части. И снова то же самое делаем. Так, ну получается 6 нам нужны копий. 6. Окей. Нет, все-таки 7 нужна. Так, 80, 30. Ну вот примерно так получается. Ну и теперь я сразу увидел две ошибки. Во-первых, у нас высота кинотеатра все-таки маловато. Давайте поднимем метров до 8. И у нас вот в этом месте получается пустота. Для этого мы должны выбрать один из элементов, выбрать вот эти два ребра и точно так же через команду Bridge соединить их. Вот таким образом. Все, мы пустоту эту заполнили. И поскольку я скопировал через копи, у нас ничего не обновилось, поэтому придется заново копировать. Ну вот так лучше. Теперь нам нужно приоттачить все эти элементы. Давайте, наверное, выдернем ступеньки из сцены. Выполняется эта команда Isolate. Выдергиваем. Все, теперь у нас все видно. И мы видим, что нам вот эти вещи нужно соединить. Поскольку у нас все элементы теперь приоттачены, они у нас единый объект, и мы спокойно можем выбрать эти ребра. И опять же командой Bridge соединить их. И то же самое у нас необходимо сделать вот для этой части. Просто с шифтом перетянуть эти ребра в сторону. И в принципе все. Давайте соединим все точки командой Weld. Окей. На всякий случай уберем сглаживание. Поскольку у нас здесь все прямолинейные объекты, криволинейных нету, сглаживания нам тут ни к чему. Уделяем все полигоны. И в закладке Polygon Smoothing Group нажимаем Clear All. То есть вот эти вот вещи все должны быть чистыми. Все, ступеньки у нас готовы. Выходим в нормальный режим. И теперь нам нужно соединить их с нашим параллелепипедом в одно единое целое, для того, чтобы во время просчета освещения у нас было меньше артефактов. Для этого мы наш параллелепипед точно так же превращаем в сетку. Удаляем стены. Вот эти точки мы разрываем командой Break. Все, теперь у нас вот эти два полигона, они между собой не связаны. Мы выбираем одно из ребер. Это сдвигаем сюда, это сдвигаем сюда. И теперь вот эти точки мы выставляем на уровень верхней платформы. Это можно сделать, скопировав координату
по x, чтобы она у нас осталась. Далее перетащить через привязку вот сюда и снова ввести координату x. И мы вернем в исходное положение. И то же самое сделаем для нижнего уровня пола. Вот таким образом у нас получилось. Но поскольку у нас вот здесь точек больше, то есть на ступеньках их больше, у нас получится, что вот эти точки сольются, но вот эти точки будут висеть в пустоте. То есть у нас вот эти полигоны, они не будут завязаны между собой. Поэтому нам нужно вот для этой части добавить еще точек. Мы можем просто добавить ребра по всему периметру. То есть мы выбираем ребро, выбираем все, запускаем команду connect. И теперь запускаем команду chamfer и делаем фаску для этих ребер. Вот таким образом. Поскольку у нас размеры все известны, это у нас 10 метров, это у нас 1,5 метра. Соответственно, ступеньки у нас занимают 3 метра. 10 минус 3 у нас будет 7, значит здесь нам нужно указать число 3,5 метра, 350. Окей. Все, мы теперь точно попали в размеры. И теперь можем спокойно приоттачить ступеньки. И соединить все наши точки. Окей. Все, получился вот такой вот у нас замкнутый контур. И теперь нам нужно заполнить боковые поверхности. Так, где-то у нас точки не замкнулись. Ага, все понятно. Так, выбираем вот эти точки. И сюда перемещаем. И здесь их сливаем. Так, что-то где-то еще. Здесь у нас в этой части не соединились. Угу. Давайте попробуем по-другому через команду target weld. Не собираются. Вот в таком случае, если у вас не собираются точки, это может произойти из-за того, что у вас нормали вот этих двух полигонов, то есть вот они наши ступеньки, и вот они наши стены. Нормали их могут обращены быть в разные стороны. То есть когда мы создавали ступеньки, у нас вот эти были плоскости внешние, а когда мы создавали наш параллелепипед, у него изначально нормали были направлены вовне. Для этого нам нужно их отразить, то есть мы выбираем эти полигоны, запускаем команду flip, вот она у нас. Нормали у нас перебрасываются вовнутрь. И теперь попробуем соединить эти точки снова. Вот видите, да? Все соединилось. И в принципе теперь может сработать и обычная команда weld. Выделяем все вершины и сливаем их. Окей. Теперь если мы выберем под уровень элемент, все, видите, у нас выбралось все. Значит, все точки слились, и это у нас теперь единый элемент. Теперь выбираем под уровень border. И вот видите, у нас замкнутый контур получился как раз по стене. И запускаем команду cap. Вот таким образом мы заливаем. И делаем то же самое для этой части. Все, в принципе, у нас получился один элемент, в котором нет ни одной лишней точки, ни одной лишней плоскости. И, в общем-то, сделать это было довольно просто. Теперь нам нужно создать экран. Создать отверстие в проекционную. Создать, собственно, саму проекционную в этой части. Добавить двери. И потом уже, собственно, перейдем к самому проектору.